Используя ясную солнечную погоду, подрядчики, выполняющие муниципальные заказы по ремонту дорог на территории Белореченского района, вновь приступили к работе. Так, специалисты дорожно-строительного управления номер 7 города Гулькевичи продолжают ремонт автодороги регионального и муниципального значения общей протяженностью 3 километра, которая проходит по улице Первомайской. В прошлом году этим подрядчикам была выполнена часть работ. Обновлено дорожное полотно от въезда в город до улицы Степной. Обустроены тротуары, металлические ограждения. По всей длине улицы установлены 5 новых остановочных павильонов. Сегодня ремонт дороги на Первомайской находится в завершающей стадии. От улицы Степной до улицы Мира обновляется дорожное покрытие, укрепляются гравийно-песчаной смесью обочины. Наносится горизонтальная разметка на дорожное полотно и вертикальная на бордюрный камень. До конца текущего месяца ремонтные работы должны быть завершены.